31 августа на территории муниципалитета стартовал официальный сезон продажи арбузов и дынь. Бахчевые развалы будут работать на протяжении 3 месяцев до 31 октября, как сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов. Всего на территории округа 11 таких точек. 7 из них в Одинцове. Особое внимание уделяется соблюдению действующих санитарных норм, наличию дезинфекторов, а также использованию средств индивидуальной защиты в местах продажи. Мониторинги проходят регулярно.